Всем привет, я Артур, и вы на канале French Promenade. Сегодня я приглашаю вас посетить вместе со мной город Анси, который находится в департаменте Оцва, недалеко от швейцарской границы. Погнали! Вот мы и добрались до города Анси. Сейчас утро, еще немножко прохладно, но на улице уже довольно людно. Сегодня во Франции праздничный день. И, как видите, за моей спиной разворачивается рынок. Пока мы пили кофе, нас атаковали голуби. Мы хотели покормить воробьев, но пришлось покормить всех. А теперь пройдемся по городу. На 1 ноября во Франции есть традиция украшать города и поселки цветочными композициями из хризантем. Мы находимся с вами в историческом центре города. Его еще называют Старый Анси. Это очень живописный город с каналами, красочными домами и мощенными улочками. Напоминает декорации из детских сказок. Сегодня оказалось намного больше людей, чем мы думали, вот, поэтому очень сложно снимать. Анси называют Альпийской Венецией из-за многочисленных каналов, которые привлекают каждый год очень большое количество туристов. Накануне здесь был пожар, сейчас проходит фаза очистки.
Погода разгулялась, на улице очень тепло. Мы сейчас находимся на озере Анси. Озеро также называется, как и город. Оно очень большое, привлекает очень много туристов. И это самое, это одно из самых чистых озер во всей Европе. Вот и закончилась наша прогулка. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до новых встреч. Всем пока!